шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Ты с нами сцену покори, сейчас и навсегда. Сегодня я хочу представить песню, презентовать вам песню замечательных авторов. Текст написала Ольга Виор. Ольга Виор – это автор песни «Лебедь белая», если кто-то помнит, Юлия Михальчик, которую спела. И композитор Сергей Романов. Песня называется «Уйди с дороги». Конечно, под ваши аплодисменты. Спасибо! Помолчи, мы любовь порвали в клочья. Зверь, что я в тебе искала, ухмыляется оскалом. Если хочешь откровенно, больше не вскипают вены, не бежит искра по телу. Я тебя перехотела. Взгляд вверх, глаза в стене. Боль прошла, я стала сильней. Уйди с дороги, если мне не веришь, уйди с дороги, вслед захлопну двери. И если вместе нам стало тесно, уйди с дороги, не занимай места. Снятся мне эскизы песен, день вчерашний слишком пресен. Я найду другие тропы, там, где сила, но без злобы. Ты был, как я искала, а теперь мне этого мало. Уйди с дороги, если мне не веришь. Уйди с дороги, вслед захлопну двери. И если вместе нам стало тесно, уйди с дороги, не занимай места. Уйди с дороги, если мне не веришь. Уйди с дороги, вслед захлопну двери. И если вместе нам стало тесно, уйди с дороги, не занимай места.